здесь, в этом месте садятся подшипники. Подшипники садятся, и не должно быть никаких задиров. В эту деталь Сергей вдохнет новую жизнь, и она вновь станет частью тепловозного колеса. Каждый фактический миллиметр изделия должен соответствовать чертежам. Проверка – дело скрупулезное. Сергей Аркадьевич справляется достаточно быстро. На Брянском машиностроительном заводе трудится 20 лет. Пришел по рекомендации друга. Остался по велению сердца. Свой коллектив называет второй семьей. Работа интересная, график удобный. Мы начинаем с 7 часов. Это очень удобно. Очень удобно, я бы сказал, но есть какие-то нюансы мелкие. То, что у кого дети, допустим, маленькие, то есть сюда ехать, идут нам навстречу, все идут навстречу, у нас транспорт пускают с завода. И заканчиваем мы, вот по первой смене мы заканчиваем полчетвертого работу. Это, но полчетвертого, это только день, начало, можно сказать, а мы уже дома, мы уже можем заниматься семьей. На этом участке уже собранные колесные пары. Бывшие в употреблении детали не отличить от новых. Оси у нас изумительные. У нас все размеры выдержаны. Все сделано подогнано полностью. Буксы одеваются вот сюда. Наши паровозы ходят везде. Это примерно как вот от Белоруссии так вот, до не знаю, Дальнего Востока. Это Хабаровск, в конце концов, это Тында. Это Комсомольск на Амуре. Они везде ходят. Наши тепловозы востребованы везде. Именно везде. Они туда приходят, они отъезжают свой срок, приходят сюда на ремонт, мы делаем. Он поехал обратно к ним, у них опять новый тепловоз. Одно колесо весит около 700 килограммов. Паровоз двигают от 3 до 5 пар таких железных дисков. На машиностроительном заводе есть все для их обслуживания. Магистральные грузовые тепловозы, маневровые локомотивы нового поколения движутся благодаря работникам БМЗ. Это история, которая на самое начало, середина и самый конец. Вот так у нас меняется, в принципе, вся вот эта вот, линейка выпускаемая. За 150 лет существования Брянский машиностроительный завод зарекомендовал свою продукцию на внутреннем и международном рынке. Предприятие занимает около 80% рынка маневровых тепловозов в СНГ и производит 300 секций магистральных тепловозов в год. В этом заслуга трудящихся здесь машиностроителей. Александра Савельева, Сергей Дюков, Брянск.